Вот. Любовь и благодарность. Это начинается новое видео. Во время стрима снимаю. Буду считать, попробую посчитать. Пивко уже зарядил. На голодный желудок, кстати, не ел сегодня. Время без 5-7. Время. Вечер. Сейчас попробую посчитать, сколько у меня лапши получилось. Такой контентик устроим. Я люблю вот такую лапшу. Из Пятерочки, красная цена. Она очень хорошая вообще. То есть, ну, соотношение цена-качество, калории, это вообще идеально. Так, попробую сейчас посчитать. Вот, допустим, буду выкладывать и считать, короче говоря, как-то вот попробуем сейчас. Во сколько рядов-то получится у нас? Давайте вот начнем вот так вот. С верхнего. Так вот начну выкладывать. 3, 4. Пять. Шесть. Семь. Попробую по 10 выкладывать, чтобы посчитать было проще потом. 7, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Блин, у меня не входит все на видео, конечно. Ладно. 9, 10. Можно было бы камеру, конечно, поднять там повыше как-то. Но мне неохота заморачиваться. А, можно вот так сделать. Я умный. О. Я еще круче сделаю сейчас. Так, собственно, все равно не видно, что крутого-то. Блин, опозорился опять. Так, подожди. Сейчас я сделаю. Блин, опять опозорился. Так. О, вон там вас видно на мониторе. Что-то вы там пишете. О, крутяк. Можно сказать, что теперь видно все. Вот это я гений альфа. Вот это я могу. Так. Можно сказать, что видно все 10 пачек, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-ю не видно чуть-чуть, надо... Надо вот так сдвинуть. Мышку мою видно крутую. Стрим не Full HD. В смысле, у меня все на максималках. Не надо мне тут. Начинается. Так, вот все 10 пачек видно. Начинаю выкладывать следующий ряд. Здорово. Вот и все, долбоеб. Вот челы с твича меня любят. А в Ютубе почему-то моя аудитория, всякие олды там меня хейтят. Вот и все, долбоеб. Хотите сказать, что челы... челы с Твича мало меня знают еще? Они меня лучше узнали, чем вы. Они меня за один стрим лучше узнали, чем все вы. Блин, оказалось, вообще мало у меня лучше-то. Я думал, у меня много. Вот что-то опозорился опять. Вообще мало. Блин, это вообще мало. Есть пиво. Кому пиво? Пиво такое. Зачем столько дряни? Да это нормальная вермишель, она крутая. Ничего не дрянь. Это лучшая, которая есть.
Так, это мне масло, вот это, такое масло горчичное употребляю. Кашу заправляю, гречку. Блин, получилось вообще мало. Зачем я столько места освобождал? Кстати, вот такое молоко взял. Кофе с молоком буду делать. Кофе с молоком буду делать. Красная цена. Сейчас его надо будет убрать в холодильник. Сейчас кофе пойду поставлю. Вот и рис. Мне надо еще майонез будет купить. Рис давно рис не ел. Короче, взял упаковку риса в Пятерочке. Что-то так отсвечивает. Что ж, ничего не видно. Кстати, рис стоит вообще 70 рублей, что ли? Вообще намного дороже гречки. 800 грамм гречки стоит 30 рублей, а 800 грамм риса стоит 70 рублей. Блин, вообще мало получилось. Одну на стриме надо захавать. Да я сейчас захаваю, конечно. Так, тут два ряда по 10, это 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Блин, это вообще мало. Я думал, у меня больше получится. Ну, я думал, что-то будет 30, а получилось всего 28. Блин, опозорился. Две штуки не хватило до 30. Не, реально, 28 это капец вообще. Зашквар. Все, загружаю обратно в пакет. Всего лишь 28. Вот и все, долбоёб. Вот и все, долбоёб. Это самая лучшая лапша вообще. Но остальные, как бы, понятно, там есть, может найти, вот, чанрамен пишет он. Они, может быть, как бы, там есть вкусные. Я пробовал, по-моему, чанрамен, короче. Это круглые, по-моему. Если не ошибаюсь, а может ошибаюсь. Ну, неважно. Там есть как бы более-менее нормальные, да, ну типа прикольные, это точно там никакие не дошираки там, да, но есть такие получше, но они и стоят-то намного дороже, а здесь как бы, ну, граммовка большая. Здесь 60 грамм. Вот есть Петра, в фикс-прайсе продается, например, в красном и белом Петра, там 50 грамм. Стоит также, в принципе, там... Что тут 10 рублей, что там 10 рублей. Но это еще и вкусное. Здесь два пакетика. Не знаю, убрали или нет. Ну тут два пакетика. Она острая получается. Тут два пакетика со специями. Блин, не с той стороны открыл. Хотел показать. А что в чате никто не пишет? Меня что, заблокировали? Вот и все, долбоеб. Это все долбоеб. Прям столько лапши, что я могу сухую даже есть ее. Блин, я хотел показать специи. Тут два пакетика специй, это вообще нонсенс. Ну, раньше вообще делали в старые времена еще пакетик с маслом. Сейчас уже не делают такого. Добавляют, конечно, всякий соус. Блок прилетел, а за что блок? Вот и все, долбоеб. Вот в этой лапше два пакетика со специями. Насколько я понимаю, один пакетик вообще, наверное, просто типа с перцем, кому хочется острого. Я не могу сказать, что прям эта лапша острая. Понятное дело, что она не мега острая, но у меня от нее изжога. Потому что, ну, как бы перца все равно много. Ну, изжога не от одной пачки, когда я съедаю больше... Ну, если больше двух пачек съедаю, я Петре мог 3-4 за раз съедать. Здесь, если 3 за раз съедаю, получается, приправу тоже всю высыпаешь. И изжога потом у меня из-за остроты лишней. Вот и все, долбоёб. Но здесь две приправы. Вот одна, насколько я понимаю, это именно прям
перец. Для тех, кто не хочет острую, отдельно себе перец не кладут. Пиво офигенное. Даже не запенил, кстати говоря. Здесь 4% наоборот. А я брал там легкий хмель, курганское пиво новое увидел с нашего курганского пивзавода. Там, по-моему, 3, сколько было, 3,8 или 3,7. А не, кстати, чуть запенил. Почувствовал сейчас. Вот и все, долбоеб. Мне еще кетчуп надо и майонез. Так, ладно, наверное, я сегодня, может, постримлю еще. Сколько времени? 7 часов. Я сейчас пойду себе сделать похавать. Я не хавал еще сегодня. Я буду хавать. А я обещал одну лапшу на стриме съесть, но как? Как ее на стриме съем, ее надо заваривать? Могу, конечно, заварить, в принципе, да, но это же не быстро делается все. А я сейчас уйду, если там буду на кухне тусоваться. 20 минут стрим идет. А, кстати, надо видео закончить. Вот и все, долбоеб.